мы познакомились с конструкцией if, которая является простейшим вариантом ветвления на языке bash. Однако часто возникает следующая ситуация. Мы хотим проверить условия, и если оно верно, выполнить одни действия, а если оно ложно, то выполнить альтернативные действия. Конечно, можно написать два if, в одном указать условие, а в другом условие с восклицательным знаком, то есть инвертировать это условие. Тогда выполнится только один из них. Однако, поскольку такие ситуации возникают часто, есть специальная конструкция. Она очень похожа на конструкцию if, здесь она добавляет слово else. В этом случае, если условие верно, то выполняются все действия между then и else, а если условие ложно, то между else и fi. Часто еще бывают ситуации, когда у нас несколько условий, и мы проверяем сначала одно, хотим сделать какие-то действия, если оно верно, если нет, то хотим проверить второе, и сделать другие действия. Наконец, если оно неверно, то выполнить третье действие. Это можно сделать при помощи конструкции elif, сокращение от else if. В случае условия 1 верно, то выполняется действие между then и elif. Если условие 1 неверно, то начинаем проверять условие 2. Здесь опять нужно указывать then. Если условие 2 верно, то будет выполняться действие между then и else. И, наконец, если оба условия неверно, то выполняется действие между else и fi. Конструкции elif можно вставлять сколько угодно. То есть можно проверить не 2 условия, а 3, 4 и так далее. И третья ситуация, которая часто возникает, когда у нас есть некоторая переменная, и мы хотим проверить ее значение на конкретные цифры или конкретные строки. Например, у нас есть переменная, у нее есть значение 1, значение 2 и все остальные значения. Тогда можно использовать конструкцию case. Остается она так. Case, переменная, in, и дальше перечисляем значение, после каждого поставить скобочку, описать действие, которое мы хотим предпринять, если переменная равна именно этому значению, и завершить это описание двойным точкой с запятой. Можно перечислять, естественно, больше, чем два значения. Ну, наконец, если мы для всех остальных значений хотим сделать одинаковые действия, то можно указать звездочку, скобочку, и все действия, если предыдущие значения не были равны. В самом конце указываем yesUck. Это значит кейс задан наперед. Давайте посмотрим несколько примеров в терминале. Давайте рассмотрим следующую программу. Начинаем мы с конструкции if и проверяем количество аргументов. Если оно не равно двойке, то пишем сообщение пользователю. Обратите внимание, что дальше не идет конструкция exit, но программа завершится на этом, потому что все оставшиеся инструкции указаны после else. Соответственно, они будут выполняться только если условие ложно, то есть у нас ровно два аргумента. Далее мы проверяем первый аргумент на значение. Если задали единичку, то мы будем создавать файл с путем, указанным в аргументе 2. Если передали двойку, то создавать директорию с этим же путем. Наконец, если передали все, что угодно, кроме единички и двойки, то напишем, что такое значение мы не понимаем. Давайте попробуем запустить этот скрипт. Сначала я не передам ему ничего, и мы убедимся, что после сообщения программа завершилась. Давайте теперь передадим ему 1 и файл txt. Он создал файл с именем файл txt. Если передать 2 и сдать ему dir, то он создаст dir с именем dir. Ну и, наконец, если попробовать передать ему что-нибудь другое, например, даже строку, и тот же самый dir, то он скажет, что значение некорректно. Давайте посмотрим еще один скрипт. Он использует конструкцию elif. Сначала мы проверяем, файлом ли является наш аргумент. Если да, то удаляем его как файл. Потом, если это условие не выполнилось, проверяем, не является ли он директорией. Если да, то удаляем его как директорию. Обратите внимание, что здесь обязательно указывает then, в отличие от надписи else, после которой then указывать не нужно. Ну и, наконец, если аргумент не является ни файлом, ни директорией, то мы говорим, что удалить его не можем. Этот аргумент, в принципе, может вообще не существовать. Давайте попробуем. Передам этой функции наш файл. Она удалила его как файл. Если передать его еще раз, то она скажет, что удалить его не может, потому что он действительно уже удален. Ну и, наконец, если передать ей директорию, мы не говорим ей, что это директория, она сама поняла и удалила как директорию.